Приходит мужик в ресторан, к нему сразу подбегает официант, говорит: «Здравствуйте, меня зовут Василий, я ваш официант, что вы хотели, делайте заказ». Он говорит: «Ну, значит так, Вася, записывай. Мне, значит, яичницу из двух яиц, но так, чтобы одно было зажарено до состояния камня, а другое было такое слизкое, ну, чтобы расплывалось по всей тарелке. Так, и к яичнице мне, наверное, кусок мяса, но так, чтобы с одной стороны был зажарен в уголь, а со второй стороны сырой. Понятно? Понятно. Да, и два кусочка гренок, но только так, чтобы с одной стороны они были черные, а с другой белые. Ну и, наверное, напоследок кофе. Но так, чтобы вода была не горячей, и зерна кофейные плавали сверху. Все. Да, все, я записал, но я должен уточнить у поваров, смогут ли они выполнить ваш заказ в точности, как вы сказали. Да? А вчера, блядь, у них так получилось. Коля никак не мог обучиться этикету. Ну, не получалось у него правильно справляться ножом и вилкой. За это 2 раза отсидел. Скажите мне, Фима, а вы после полового акта принимаете душ? Конечно, обязательно. Трахайтесь почаще.